Включили магнитофон, поставили кассету, обычная кассета, перемотка в одну сторону, все мотает, как видите, стоп, в другую сторону, тоже сказочно, стоп, плей. Все не скрипит, не шумит, все четко, но звука нет, зараза. Не знаю, что такое, не хочу возиться. Все, ручки на месте, оружие включаю. Автостоп срабатывает. Такой вот магнитофон Карпаты 205 первой модификации. Следующий аппарат — это старший братик Карпат Весна 202. К сожалению, маленькой крышечки задней нет, остальное вроде все на месте. И внутренности покажу, и включение покажу. Единственное, сразу скажу, что на передней панели нацарапано ДМБ 96 Весна. Так что прошу любить и жаловать в таком состоянии. К магнитофону приложу запасной шкив с двигателя. Вот он, лейкопластырь к стеночке приклеен. И все винтики, которые я не докрутил, вот они к стеночке тоже приклеены, как видите. Весна 202 включили. Вот воспроизведение. Вот все работает. Регуляторы трещат. Двигатель вообще не крутится. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.